ручеек падал с опущенных плеч. Ты провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты изголовью прячешь платок голубой. И получая, слышу я голос родной. И между строчек синий платочек снова встает предо мной. И мне не раз снились пред утренний час. Утри в платочке синие ночки. Носим мы в сердце с собой радости встречи, девичьи плечи, помним страде боевой. За ним родных, любимых желанных таких. Стащить пулеметчик за синий платочек, что был на плечах. Танцевальный коллектив «Мириданс». Хорошенькие такие. Ой, ребят, не уходите, не уходите. Давайте с вами пообщаемся. Вы не против? А то только я вас все время наблюдаю из-за кулис. Вот хочется прямо так на вас всех посмотреть. Подходите, подходите ближе, чтобы вас все видели, чтобы вам еще раз поаплодировали. Вот я хочу задать вам вопрос. Вот вы уже не первый год занимаетесь танцами, правильно? Да. Кто говорит нет, кто говорит да? Тогда или нет? Да. Не первый год. И у вас... Вы уже второй молодой человек. Прекрасно. Кто-то третий год. Молодцы. И у вас уже такие результаты. Ничего себе. Скажите, пожалуйста, а что вот нужно для того, чтобы научиться танцевать? Вот если я приду к Светлане Адамовне и скажу, так, я хочу танцевать, меня возьмет Светлана Адамовна? Нет. А почему? Кто? Говорит, вы старая. Завтра поеду на пластическую операцию. Не, а если серьезно? Ну это же серьезно, да? Да. А говорит, вы большая, вам не найдется партнера. А я на таких и не претендую. А партнеров меньше, чем девочек. Меньше, чем... Вот проблема, вот незадача. А если Светлана Адамовна найдет мне партнера, можно с вами танцевать будет? Вот спасибо вам, что разрешили. Я вам очень благодарна. Ну вообще, тяжело танцевать? Не тяжело? Нет. А Светлана Адамовна часто ругается? Да. Вот за что мы любим детей? Это вот маленькие человечки, которые никогда не соврут. Они всегда будут говорить правду. Они самые-самые искренние. Давайте еще раз им поаплодируем.